тестовая банкнота «Человек-невидимка», как коллекционер. Всем привет от канала ИП, Алма-Ата, вот Нариман. Недавно открыл небольшой отдельчик. Да. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте. Человек скромный. Вот, можете прокомментировать свой товар. Вот, все начинается с литературы. Да, есть всего понемногу. И литература, и модельки. Ну, больше, конечно, по монетам, как основное наше занятие. Увлечение, чем сами увлекаемся. Банкноты, пожалуйста. Очень много разных. Вот тестовые банкноты Казахстана, красивые. Да, тут разные, в общем. По СНГ больше увлекаюсь сам, поэтому и основной ассортимент у нас СНГ. Ну, есть и разные, разных стран также. Очень много разных банкнот. Тут два больших альбома. Монеты разных стран, да. И в основном, конечно, чем увлекаемся сами, то и здесь. То есть именно для души. Ну и в то же время, если есть возможность, естественно, чтобы семью... Да, как-то оправдать свое увлечение. Но главное, что это интересно и Нариману, и Игорь Павловичу, и многим. И СП, да. И покупатели всегда находятся. Да, и адрес можно назвать, да? Да, пожалуйста. Находимся в Алматы, на Зеленом базаре, торговый дом «Азия». На втором этаже ориентир очень такой. В центре, можно сказать, центральный рынок, да, у нас. Так что найти нас легко. Большой выбор достаточно серебряных монет по приемлемым ценам. Запайки. Надо узнать, кто запайки. По каким ценам? Вот новинки, блистеры. Тут и по соседству у нас, кому интересно, вы можете тоже. Прямо напротив у нас здесь есть. Да. Вот тут же стоят коллекционеры алма-атинские. Привет. Старшее поколение, Камиль. Также вот смотрите, есть соседка, увлекается вот фарфором. По запайкам. Знаете, разные фарфоры, 150 проблем, разные, между прочим, очень неплохо. Красивые статуэтки, Украина, ЛФЗ, необычные есть, есть достаточно редкие, есть обыкновенные. Вот знаменитая рыба, дешевая, но также есть и более дорогие. Тут же попутно у всех мелочевка, то часы, возможно, 84-й сливочник, бокалы серебряные, ложки, вилки, на любой вкус, на любой кошелек, разные виды коллекционирования. Вот он, тумар вживую. Есть монета тумара, а есть вот такой тумарчик. Так что украшение Куазоны, китайское. Более-менее, по крайней мере, достаточно интересно. Старый Ермак. Освещение. Различные бюсты. Так что добро пожаловать в Алма-Ату. Всем удачных приобретений.